съемках прошел ежегодный бал отличников выпускников начальных классов. Сначала выступление кадетов, после юных школьников. В этот раз ребята исполнили полонез, испанский вальс и богемскую польку. По традиции на бал приглашают тех выпускников, которые закончили начальную школу на отлично, а также их учителей. В зрительном зале мамы и папы маленьких отличников. Бал посетил глава «Химик» Дмитрий Волошин, депутаты городского округа и администрация муниципалитета. Они поздравили юных школьников и классных руководителей с высокими результатами. Особые слова благодарности этим родителям, которые воспитали истинного поклона. И также особые слова благодарности нашим сотрудникам сферы образования, педагогам, учителям, которые сегодня помогли этим талантам в подарок книги и благодарственные письма. С каждым годом отличников в городском округе становится все больше. В этом году число увеличилось на полсотни. Сегодня их 492 человека.